Актерский анекдот такой, бородатый, мне еще рассказывали, еще в школе учился. Значит, приходит как-то в труппу молодой актер, значит, вот. И вот ему, значит, нужно сыграть такую сцену, где вот он чуть-чуть, вот, мальца просто выпил, вот, и какое-то состояние нужно сыграть. И он приходит, значит, за советом уже к бывалому такому прожженному актеру, вот, спрашивает, ну как быть, вот надо, ну чутка, вот, а не получается. Он говорит, так смотри, тут есть секрет. Тут надо просто немножечко, рюмочку, да, вот так, хоп, накатил и пошел. И как бы, как есть, так и играй, все, вот, так и живи. Он так, значит, накатил рюмочку, все, вышел, сыграл, все, отлично. Дальше следующая сцена, там надо быть еще чуть-чуть подвыпившим таким, значит. И он говорит, опять подходят, спрашивают, ну как быть-то, опять что ли пить? Он говорит, да опять пей, конечно, вот еще накати рюмочку, он еще накатил. Вот так 5 рюмок накатил уже, в щи, последняя, предпоследняя сцена, в полные щи, никакущий играет сцену, все идеально, зал смеется, все отлично. Потом приходит, говорит, слушайте, тут, короче, история такая, в конце надо быть полностью трезвым, и как стекло, и на что говорит уже прожженный актер, говорит, братан, а вот тут надо уже сыграть.